Друзья, продолжаю плетение донышка на шаблоне. Процесс достаточно трудоемкий. Палочки нашего донышка постоянно хотят выпрыгнуть из шаблона. Но терпение и труд, как говорится, все выдержат. Все будет хорошо, нужно просто аккуратно, терпеливо выполнять свою работу. Вот видно, что на данный момент вот в этом месте у нас масса прутьев, да, больше. И здесь я набирала дополнительные короткие укороченные ряды. Сначала, ну, взяла прутик, вставила, заплела в одну сторону, потом с другой стороны вставила в другую сторону. И как такой штопкой, то в одну сторону, то в другую, набрала вот в этом месте массу. Потому что видно, что мое донышко должно быть вогнутое вот в этом месте и выпуклое вот в этом месте. Поэтому нужно обязательно мне правильную форму донышка сформировать. Это дно будет устанавливаться на шаблоне под эту форму. И плетение будет уже стенок моего короба, рюкзака заплечного на шаблоне. Все очень интересно, поэтому оставайтесь, друзья, со мной. Будем вместе наблюдать за процессом моей творческой работы. Друзья, на моем шаблоне видно, четко прочерчена вот эта линия карандашом. Это размер дна, который у меня должен получиться при выходе на финале. И видно, что вот здесь со всех сторон осталось равномерно по 1 сантиметру доплести. Только вот на вот этих местах видно, что вот здесь в два раза больше вот эти углы. Поэтому я сейчас беру прутик. Вот здесь плетение я останавливаю временно, приостанавливаю.
И прутиком я сейчас вот в этом месте, вот вершинка аккуратно вставила, да, и буду вот набирать вот эти укороченные ряды. Вот, посмотрите. Потом разворачиваю тут плиту в обратную сторону. То есть вот в этом месте мне нужно набрать массу. Вот разворачиваюсь обратно плиту. Разворачиваюсь аккуратно. Обратно плиту. Вот. Дальше на одну палочку про плиту, чтобы здесь был плавный переход, не резкая ступенька. Развернулась плиту обратно. Опять развернулась в эту сторону. Развернулась в эту сторону. Здесь можно прутик отрезать. Но нам все равно еще видно, что мало. Нужно еще подплести. Поэтому вставляю прутик за палочку. И продолжаю плести. Здесь можно немножко поплести, чтобы резкого не было перехода, поэтому убегаем на одну петельку как бы дальше. Разворачиваю. Тем самым, видите, друзья, у меня получается, что вот я сейчас вот в этом месте вот набрала вот этот кусочек, вот эту массу, и осталось у меня также, да, примерно 1 сантиметр от края, как здесь, так здесь, и со всех сторон, как здесь и здесь. Вот сейчас массу будем набирать вот в этом углу. Также я беру один прутик и, начиная с вершинки, буду сейчас его наматывать на наш уголочек. Набираем массу. Раз, развернулись обратно, развернулись обратно. Вот здесь нельзя разворачиваться, значит, будет резкая ступенька. Значит, еще одну петельку взяли, проплели, здесь развернулись обратно. Сейчас здесь мне тоже нельзя разворачиваться, будет резкая ступенька. На одну петельку дальше уходим, разворачиваемся там, сюда вернулись. Сейчас можно развернуться, и тем самым и сейчас можно. Вот. И таким образом я, видите, вот здесь уголочек такой нарастила, набрала массу. Дальше прутиком просто вперед проплела и здесь его бросила. Можно еще раз этим же прутиком в этом месте пройтись. Вот так. Вот так. Набрать массу. И сейчас нашими уже двумя прутиками, которые мы приостановили плетение, я сейчас доплету полный круг. Вот в этих местах все крепко прижму этой веревочкой в два прутика. И у нас уже, видите, вырисовывается нужная нам форма по шаблону. Вот, продолжаю плетение. Вот так я работаю на шаблоне, когда дно неправильной формы, и не круглое, и не овальное, и не прямоугольное. А вот с какой-то стороны это дно получилось у нас
выпуклая, с какой-то вогнутая. Ну, очень удобно пользоваться шаблоном, чтобы видеть, какое дно должно быть, правильную форму видеть. И уже подплетать укороченными рядами в том месте, в котором это необходимо. Продолжаю свою работу. С вами была Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Ставьте вашу реакцию. Мне очень важно видеть вашу реакцию. Так я понимаю, интересно вам то, что я делаю, записываю. Нужно вам это или нет? Буду рада вашим комментариям, вопросам. Друзья, с вами была Катерина Бочкарева. Всем пока!